Вот такая вот штука получилась. Тросик дешевый и очень надежный, хрен порвется. Мы эти покупали на них. Они такие тряпочные были. Ну, я не знаю, где-то, может, на сезон кое-как хватало. Эти ошейники, они потом начали рваться. Зараза укусила, блин. Вот сволочь. Ничего, будем тебя привязывать, будешь на привязи. А то привыкли бегать, где хотят. Так что, друзья, вот такой ошейник получился. Подписываемся, ставим лайки. Всем до встречи, пока.